Всех приветствую. В общем, тут такая маленькая готовящаяся авария могла случиться с трубопроводом. Центральная труба, ее как-то за зиму деформировала, и она ушла влево, ну, если с моей стороны смотреть. Вот этот узел у нас перекосился. Стало вот так вот. Сейчас буду ремонтировать. Хочу отрезать здесь кусок, надставить еще полметра, чтобы вот эта основная труба у нас шла вдоль дома. Она, собственно, там и шла раньше. Но вот случилось, как случилось. В общем, утянул эту трубу туда влево, она под землей идет. Здесь вот выровнял магистраль. Ну, теперь надо уголок поставить и перпендикулярно трубу завести. Кто не сталкивался, здесь вот устройство такое, резиновое кольцо. Можно ее сюда вставить сразу, потом воткнуть трубу. Здесь узел готов. Хорошо, что есть такие, конечно, технологии. Не как в былые времена там трубы эти металлические крутили. Сейчас уголок будем прокладывать. Ну, вот уголок прикрутил. Сейчас ставим трубу вдоль домика. Вот так труба у нас пойдет вдоль фундамента. Крутим уголок и садимся с трубой перпендикулярно. Thank you.
Ну вот, труба идет вдоль домика, лежит на тропинке. Да здесь особо-то никто не ходит. Ну вот такая вот магистралька появилась, получилась. Как бы знать, что так трубу деформируют, да, конечно, бы заранее бы какие-то запасы бы сделали бы на технические зазоры. Но пока так, будет работать, никуда не денется. Другое дело, худо, что воды еще нету. А пока море не растает, воды не будет. Поэтому ждем теплую погоду. И когда растает лед. Всем пока.